Вот смотри. Я грустный-прегрустный, да? Угу. Как поднять себе настроение? Есть рецепт хорошего настроения? Сказать какую-нибудь шутку или анекдот, можно так сказать. Ну-ка, расскажи мне какую-нибудь шутку, чтобы я немножко хотя бы это развеселился. Я не знаю шутки. Вот если грустно, ну прям вот хочется плакать, реветь, как поднять себе настроение? Можно пойти в цирк. Можно было бы пойти в цирк, если в Пензе был бы цирк. Есть цирк в Пензе. Ну? Везде. Везде? Да. В Пензе везде цирк. Ну, вот тут нельзя с тобой не согласиться. Очень часто у меня бывает перепад настроения. Часто я грущу. Вот как можно мне поднять настроение? Ну, рецепт хорошего настроения от Ксении Мальхановой. Скушайте шоколадку. Опасность тут есть одна немаловажная. Вот часто настроение сбивается на знак минус, что если я буду много есть шоколада... Ну, вообще, для фигуры он не вреден. Или как-нибудь... Если плохое настроение, можно найти в интернете какие-нибудь шутки и прочитать. Что-то по жизни грустновато, да? Как поднять себе настроение? Ну, это позвать друзей. Угу. Позвал друзей, сел такой с кислой физиономией. Ну, и поиграть с другом. В карты? Ну, нет, в игрушки. Ну, то есть я вот 40-летний дяденька. Позову в гости друга и буду играть с ним в игрушки. Ha ha ha!